Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Сегодня у нас гороскоп, и мы говорим о главных транжирах по знаку зодиака. Деньги для этих знаков зодиака – это не ценность, а лишь способ удовлетворения своих маленьких и больших «хочу». И если эти транжиры сразу же не потратят хотя бы малую часть тех средств, которые оказываются у них в руках, то чувствуют себя как минимум некомфортно. Так все же, какие же знаки зодиака склонны к расточительности? Первый знак зодиака – это Овен. Авантюрист, экстремал, он от корней волос до кончиков пальцев. Овен не боится вкладывать крупные суммы денег в сомнительные проекты, если действительно этого хочет. Овнам нравится риск и новые возможности развития, открывающие в ними большие перспективы. Поэтому Овен всегда хватается за любой источник обогатиться, не думая о том, что он, рискнув, может потерять даже все. К счастью, умение преодолевать препятствия помогает Овну добиваться поставленных целей любой ценой, даже если для этого приходится не один раз терять нажитое. Следующий знак зодиака, которого можно считать транжирой, это Весы. Любители побаловать себя супермодными новинками одежды, сувенирами, техникой и домашней утварью Весы с трудом дотягивают до зарплаты, не говоря уже о том, чтобы что-то откладывать на будущее. Транжиры Весы обожают жить на широкую ногу и тратить больше, чем зарабатывают. Так что неудивительно, что их жизнь часто похожа на американские горки. За крупной прибылью сразу следует же период острых нужд, после которых снова получается финансовый взлет. Так без конца. Жизнь в удовольствие – вот главный девиз Весов. Следующий знак зодиака – это, друзья, у нас Стрелец. И вот уж кому действительно не жалко ни для кого свои видения, так это Стрельцу. Этот щедрый рубаха парень готов спустить последние накопления на мини-путешествие, взяв билет в один конец. И его абсолютно не будет волновать, как он будет существовать в чужой стране на другом конце света со сквозняком в карманах. Если он чего-то действительно хочет, то потратить на это все до копейки, независимо от того, его это желание или прихоти какого-то приятеля. Следующий знак зодиака, который считается транжирой, это Водолей. Обычно люди этого знака зодиака живут в мире своих иллюзий и грандиозных планов, а деньги для них являются помощниками в реализации своих замыслов. Так что если в голове Водолея рождается идея открыть прибыльный бизнес или вложить крупную сумму в многообещающий проект, он незамедлительно расстанется со своими накоплениями и при этом будет уверять близких в том, что вскоре начатое дело окупится в десятки раз. Так что будьте осторожны с водолеями. Следующий знак зодиака, который считается транжирой, друзья, это рыбы. Гоняясь за своими заветными мечтами, рыбы совершенно не думают о том, сколько денег им потребуется для их осуществления и каким образом раздобыть необходимую сумму. Если есть мечта и возможность ее осуществить, то эти транжиры быстренько возьмутся реализовывать свою затею, даже если для этого придется открыть кредит на 10 лет или, возможно, продать квартиру, полученную от бабушки наследство. Но что особо опасно, рыбья доверчивость не знает границ. Воспользоваться ею может каждый встречный человек. Щедрость, конечно, это прекрасно, но будучи щедрым, важно не растерять свою деятельность. Друзья, вот такие вот зодиаки считаются транжирами. И напомним еще раз, это Овны, Весы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы. Друзья, ну а с вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, подписываемся на наш канал, ставим лайк этому видео, обязательно смотрите на канале. А мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!